вкусная еда, это, ну, это как бы смысл жизни, это как бы у нормального шеф-повара, у повара, тут хобби, может быть, отчасти. Тут этим надо гореть, этим надо болеть, но надо, ну, чуть-чуть это. В своих техниках именно приготовления морепродуктов я использую паназию. Японию, паназию, может, где-то Китай, может, где-то вьетнамские какие-то соусы или там корейские. Мидии, креветки, вонголи, различные там кальмары или там, я не знаю, каракатицы. Все это готовится очень быстро. Большое количество белка. Готовы мы все там, где нету моря, где нам не хватает йодированного продукта. Морепродукты замечательные, хорошие. То, что вот, опять же, гребешки Сахалин, значит, это Сахалин. Если это креветка батан, значит, креветка батан. Ну, бог с ним, новозеландская мидия. Ну и что теперь? Сейчас другие мидии еще будут. Мы их будем подавать в сливочном соусе и в кульке. То есть это нужно, это надо видеть. Это визуально именно должно подаваться с каким-то таким вот антуражем. Лично мое вот понимание мама норка пап бомбер, это все-таки должна быть что-то дальневосточное. Это морепродукт, это дальневосточная рыба, ну, дальневосточные продукты именно, которые выловлены в наших морях, нашими моряками. И, соответственно, не какой-то Китай непонятный, который просто невкусный, да. А все-таки, в моем понимании, вот это здесь должна быть привилегия вот этих продуктов. И, наверное, все-таки работа с морепродуктами покажет многое для города, да, для Волгограда. Тем самым эти продукты здесь начнут занимать все больше и больше популярность. Сбалансированное, нормальное, хорошее меню. Для выбрано очень много хитов. Для меня очень важно, чтобы меню был борщ. Так что здесь он есть. Борщ есть. Я его ел буквально минут 20 назад. Вкусно. А это будет, конечно же, именно сет, состоящий из морепродуктов. Это пока мы предлагаем 9 блюд, которые гости будут на протяжении месяца пробовать, экспериментировать, готовить свои вкусы там, каким-то там вкусовым там, атакам, там, чтобы рецепторы там немножко где-то вот с ума сходили, потому что там, ну, есть неожиданные вкусы, очень вкусные на самом деле. Кто придет, тот будет мой, соответственно, а я буду их.